Политолог Макеева. НАТО не сможет объяснить продвижение к российской границе. Во вторник, 30 ноября, Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет» отметил, что 20 лет назад отношения РФ и Запада были очень хорошими, почти союзническими. Однако по сей день нет ответа на вопрос, зачем к российским границам продвинулись войска НАТО, обратил внимание глава государства. Наталья Макеева считает, внятного объяснения от Североатлантического альянса так и не последует, ведь его члены, по словам политолога, не смогут признаться в своих амбициях, рассказать о желании мирового господства и пожаловаться, что такая огромная страна им мешает. По мнению эксперта, Россия едва ли не единственное государство, которое следует нормам международного права. В Кремле неоднократно озвучивали, что РФ не планирует нападать на другие страны, подчеркнула Макеева. Мол, российские военные базы не появляются возле Америки. Хотя, учитывая то, как они себя ведут, возможно и стоило бы, сказала замдиректора Центра геополитических экспертиз.